Добро пожаловать на канал HardResetInfo, это устройство Redmi 9C. Сейчас я покажу вам, как установить пароль блокировки на этом телефоне. Открываем приложение «Настройки», затем спускаемся вниз и нажимаем на кнопочку «Пароли и безопасность». Затем нажимаем «Пароль» и нажимаем, «Графический ключ», «Цифровой код» или «Пароль». Ну, я, например, выберу «Графический ключ», мол, почему нет. Ждем пару секунд. И рисуем графический ключ, придумываем его. Потому что если ты забудешь, ты больше не сможешь разблокировать телефон просто нормальным образом. Очень важно его запомнить. Так, отпечаток пока не добавляем. Вот и все. Теперь наш телефон заблокирован паролем. Вот таким вот образом теперь нужно его разблокировать. Ну, можно также установить разблокировку по отпечатку пальца. Нужно будет сосканировать несколько раз отпечаток пальца. Отпечаток пальца тоже достаточно полезная функция. Ну что ж, а пока что я с вами буду прощаться. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!